Постоянно российские войска обстреливают и Харьковскую область. За последние сутки зафиксировано 380 обстрелов из градов и смерчей. В Салтовке поврежден газопровод, возник сильный пожар. Спасателям удалось локализовать возгорание. Без газа остались около 34 тысяч жителей. Оккупанты также открыли огонь по Дергачам. Погиб один человек, еще трое получили ранения. Многие дома повреждены, разрушено одно из зданий городского совета. Самой горячей точкой области остается Изюм. Там продолжаются бои. Противник практически беспрерывно обстреливает город. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Относительно ночи, можно сказать, по городу Харькову уже стало меньше обстрелов. Однако еще слишком опасно, и продолжает враг хаотично обстреливать харьковские районы, и поэтому спрогнозировать его действия крайне трудно. Одно могу сказать, наши вооруженные силы удерживают позиции и отодвигают врага подальше от Харькова и Харьковской области.